канун Дня воинской славы России в Югре проходят митинги памяти и возложения цветов. День защитника Отечества – государственный праздник, символ мужества и доблести русского воинства, вне зависимости от времени и места боевых действий, в которых принимал участие наш солдат. Вечная слава героическим защитникам Отечества! Приглашаем возложить цветы к вечному огню мемориала славы. Традиционно в этот день вспоминают защитников Отечества, отдавших свою жизнь во имя победы в Великой Отечественной войне. На фронт тогда ушли свыше 17 тысяч мужчин и женщин из Югры. Около 10 тысяч не вернулись домой. Сегодня вспоминают и солдат, которые погибли в наше время, во время проведения специальной военной операции.